Всем известная российская актриса Татьяна Кравченко сегодня устроила огромнейший скандал в круглосуточном магазине недалеко от своего дома. Она обратилась в магазин с претензиями, что продавщица продала ей несвежую булочку, в которой находилась огромная плесень. Она начала в грубой нецензурной бранью оскорблять продавщицу. Продавщица предлагала ей успокоиться и вызвать хозяина магазина, на что Татьяна Кравченко отказалась, сказала, что будет записать на них заявление в полицию. Успокоить Татьяну Кравченко смогли только сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия по звонку продавщицы. На данный момент продавщица отказалась писать заявление на нашу актрису, а наша актриса Татьяна Кравченко опрошена сотрудниками полиции и отпущена домой. Завтра утром, друзья, на нашем канале появятся подробности этого происшествия, где вы сами обо всем узнаете.